Мы познакомились с Люсей 9 сентября 2014 года. Вконтакте я увидел объявление в группе, то, что девушка ищет партнера для танца. Я решил написать, потому что с детства мечтал танцевать, ну и творчество тоже меня привлекало. После того, как Люся мне ответила, мы с ней встретились в парке вечером 13 сентября. Почти год прошел с того момента. Сегодня 12-е. То есть мы знакомы ровно год. В тот вечер была прекрасная погода. Дул теплый, освежающий ветер. Я сидел на скамейке в парке и ждал ее. Она немножко опоздала, что свойственно девушкам. Я сидел, смотрел, вдаль любовался фонарями. И тут появилась она. Красивая. Ее волосы развивались по ветру. Она подошла и нежным голосом представилась. Люся. Я ответил. Очень приятно, Евгений. Так и началась наша история с продолжением, которую я бы назвал «Танец длиною в жизнь». Сегодня регистрируется брак. Люсиная